Ну вот мы сегодня еще ехали с аренды. А? Голова куда? Сюда? Сюда, да. Ну я примерю. Приехали на кладбище вот здесь вот. Сейчас я посмотрю, как расположить. Горбатая могила исправляет. Значит, я маленько растянусь еще. Примерно вот так. Самое главное, чтобы проверили, что я умер. Чтобы живого не похоронили. Не хочу этого. А на кресте, чтобы было все время написано, кому надо, возьмите и Новый Завет заламинированный вывешивать псалтырью гедеоновский. И на грудь мне заламинированную положить Евангелие. Вот так. И сейчас это сделал с расчетом, что подлиннее. Вчера я уже гроб оплатил. Все. А эти-то стоят в великах. Мощно. А вон Надежда Васильевна ходит. Я ее тогда вон туда рядом. Сюда нет. Чтобы... Если батюшка умрет, это его. Ему маленько подлиннее надо. Вот. А там вдовина, которая была Анна. Это мама Игнатия Тихоновича. Когда она умерла? -то? Здесь. Лежит. Вот ее. Это, видимо, бабушка. Надо же так. Уже 12 лет. 11 лет. 11. Она на 10 лет была раньше родилась. Вот так. Это загадку я загадал. Еще это кто у вас? Кто? Это бабушка. Матери на мать. Мы у них жили, правильно, у деда Шиналева. Егор Илларионович. Когда учились в школе, в 5-м и 7-м классе. И когда умер Сталин, это было в 53-м году, в марте месяце. Ну, я, наверное, уже учился 53-й, 57-й, это около 7-го класса учился. И бабушка плакала. Я говорю, еще, так он моих детей сожрал троих. Сталин. Три сына ушли на фронт. А 19, 20, 21, погодки, кажется, были. Макар, Филарет, Эммануил. И ни один не вернулся. Люди понимали, от кого это все идет. Видишь, как тут даже, кажется, это гера, не герань, а мальва посаженная. Это нашей маме посадили, Мария Егоровна Лапкина. Когда она, мама-то, умерла у нас? А там Иосиф Линчук. 98-м. Да неужели это 13 лет назад? Ничего себе. Даже невероятно. Вот только было. 13 лет. Это Серафима на 13 лет старше меня. Вот видишь как? Почему, думает, почему 13-то? 98? 20. 23. Да ты что? Да. Ты прав. Я уже больше 14 лет примерно нахожусь здесь. А ты ее не видел? Нет. А вот какая большая клетка для кого-то. Инчук Иосиф. Ну пойдемте, все, да благословит Господь всех. И помилует, и спасет. Со святыми упокой. Мама моя, мама, благослови. Христе души рабской. Ты как и держалась, ты хотя идти не можешь, но независимо это, все время ты показываешь самостоятельно. Давай. Пойдем, там. Ну, работяги. Библия много говорится о муравьях. Чтоб ленивцы смотрели на муравьев и понимали, что не надо лежать, надо трудиться. В 65-м году. А это сколько лет назад? 65 это 70. 35 до 20. 56 лет назад. Здоровый, высокий такой был. Танкист. Не один раз горел в танках. И главное жил, кажется, сколько он? 45 лет. И сын только точно так же 45 лет. И выпивал, и тоже запился, и умер. Тут лишний, а там кто?
Ну, это, видимо, мать его. А может и жена. Никулина Елена Дмитриевна, не знаю ее. Парфенович Николай. Николаев много, а Парфенович попробуй найти сегодня. Так они что, рядом живут? Могилки-то ухожены. А? Я говорю, кто-то рядом живет, могилка ухожена здесь. Ну, они, может быть, в городе живут, я не знаю, где они. А может, и приезжают каждый год. Ну что, упарился? На, не пожил. Пойдем, я тебе домой довезу и на этом все. Сейчас вы видите, сколько рыжика пропало в игре. Почему? Слава тебе, Господи наш. Слава тебе.